Всем привет! С вами канал ArtMoney. И сегодня у нас первое занятие с Димочкой. Именно на камеру. До этого чуть-чуть мы занимались, но они были не такие интересные. А, мама. Да, у нас здесь стоит вторая камера. Она записывает, что Дима делает конкретно. А здесь стоит камера первая, которая записывает все вокруг, и в том числе меня. Что делаю я? Да? Так, мы сегодня с Димочкой изучаем буковку Б. Вот она, буква Б. Так, видно ее? А, видно, вот, чуть-чуть видно, я ее немножко нарисовала хорошо. Да, ее сама рисовала. Что нам для этого понадобится, Дима? Да, давай еще покажем, что нам понадобится. Нам понадобятся вот такие листочки, я засушивала в книжке. Там листочек рябинки и листочки березы. Также нам понадобятся уже побитые листочки. Ну, там тоже какие-то листочки березы и какие-то еще какого-то куста, кустовые. Да? И также у нас пока что в мешочке понадобятся сережки. Вот они. Господи, где она? Вот она. Сережки березы. Да, их нужно подавить немножко, поэтому они у меня в мешочке. Подави их. Возьми кулачок бери вот так вот и придавливай. Вот. Дави. Ой, как тебе нравится. Вот так, давай, я буду держать вот тут вот. Вот так. А ты дави вот здесь вот, чтобы они тебе не налетелись. Вот, дави. Ой, как это интересно тогда, Дима. Это так интересно. Подавить их. Да. Все? Ты все раздавил? Да, почти все раздавил. Почти все. Маленькие. Да. Контейнер у нас с тобой пока что, да? Но мы с тобой обязательно купим чашечки. Ай, Дима. Ну, давай сюда, ладно, пересыпем. Дима, стой спокойно. Сиди, верни. Спокойно. На, клей. Давай, пока ты будешь клеем, обводить вот так букву. Б. Буква Б. Открывай клей. Открывай, ты его уже умеешь. Здесь уже пальцем кто-то полазил. И вот так вот начинай отсюда. Ой, что там прям какой-то. Да, там явно кто-то пальцем поковырялся. Наверное, это Дима был. Давай, правой ручкой бери. Вот. Буква Б. Давай, колпачок я уберу к себе. Б. Давай, вот отсюда. Давай, вот отсюда. Эту ручку придерживай. Вот так. Давай. Б. Вот, какой ты молодец. Вот тут чуть-чуть еще. Камера пишет, конечно, пишет. Давай. Придерживай вот так. Б, вот она, Б какая у нас. Банан, букву Б начинается, да? Банан, твой любимый банан. Вот она, какая. Давай, вот тут вот теперь веди вот так вот полукругом. Давай, вот тут полукругом. Опа, веди. Вот так вот все пересыплю. С тобой, конечно, наверное... сейчас я пикну. Насолим, может быть, сегодня, не знаю. Ну, это будет интересно. Ой, тут полетело все. Ой, полетело все тут уже. Так, ты куда уже повел? Вот так вот. Клей немножко у нас с тобой уже старенький, да? Или ты слишком нажимала его? Ой, что-то клей, да, какой-то у нас не очень. Для первого занятия. У нас первое с тобой занятие немножечко не очень получилось, да? Ну, ничего. Вот так. Где стакан этот? Буква Б у нас с тобой. Банан, да? Банан. Теперь давай правой ручкой бери вот так вот и сыпь. Вот тут вот сыпь. Давай. Чуть-чуть бери совсем капельку. Бери капельку. Вот, чуть-чуть. И сыпь вот тут. Вот здесь тоже сыпь. Вот здесь.
Стой. Вот тут вот. Да нет, уже вот здесь. Вот. Тут еще. Все, молодец. Теперь мы с тобой берем и остатки. Опа! Отправляем обратно. А с этой давай покажем, что у нас получилось. Так, где она? Вот она. Где она? Вот она. Б. А здесь, с этой стороны, мы с тобой подожди. Подожди, мы с тобой приклеим листочки на листочек. Клей его вот сюда. Сюда клей. Ой-ой-ой, аккуратно не сломай его. Вот. Приклеивай его вот так вот, пальчиком прижимай. Вот, молодец. А здесь вот, вот сюда вот надо приклеить. Аккуратно его возьми, сюда приклею тебя. Не той стороны, ну ладно. Вот, оставь ее. Ну, что ты? Так вот. Вот так вот. Ну, конечно, мама все знает. Что ж. Это же мама. Давай. Мама. Бери его. Ой, господи, бери его. Давайте, подожди. Господи. На. Сюда его. Вот сюда. Что тебе далеко больно? Сюда вот его. Так, сюда. Приклеивай его пальцем. Вот так. Пальчиком его. Вот, молодец. Как красиво. Сюда. Вот. У нас же тут с тобой клей остался. Мама специально оставила, да? Дима. Дима. На. Вот сюда. Вот сюда. Вот. Сюда его. Ой, аккуратно. Вот, Дима сам, почти сам, да? Вот, еще смотри, даже осталось. Давай сюда, давай зелененький сюда приклеим, да? Клади его, как тебе надо, сюда вот. Вот, молодец, еще осталось место, на, сюда рядышком. Вот, молодец, буква Б, Б у нас получилось, да? Красиво, а тут листочки получились. Б, банан. Да? Какая красивая. Здесь у нас из листочков, да? Вот такое у нас занятие было первое. Конечно, ребенок должен все сам выполнять. Но пока что вот так вот. Немножечко надо помогать. В бэби-клубе он тоже занимается. И немножечко, конечно же, помогают ему. Вот такая вот. Интересная буква Б. Б. Банан. Да, Дима? Б. Банан. Банан. Б. Да. Банан, отдыхай давай. А я тут пока нарисую банан тебе. Так, тут мне, походу, надо банан найти. Для этого нам, конечно, понадобится смартфон. Окей, Google. Чего нету? Покажи это, картинки банана. Вот несколько картинок по вашему запросу. Современная технология. Ну, отлично. Вот и банан. Сейчас мы его нарисуем. Да, мама что-то не смогла, короче, нарисовать банан. Дима, что это? Пока. Что это? Банан. И мы его с тобой сейчас что сделаем? Раскрасим. Бери правую ручку, фломастер. И крась вот здесь вот. Ой! Вот так мы его красим. Вот так. Банан. Вот так двигай себе. Банан! Вот он, банан у нас. Вот так. Конечно, ребенок должен сам. Банан! Вот, банан. Банан, да? На букву Б. А буква, посмотри, какая красивая. Не трогай ее, не надо. Пускай она подсыхает у нас. Б. Банан. Банан. Как рисуется буква Б? Вот она. Б. Банан. Банан. Нарисуй Б. Ощущение. О, да ты прям какую-то букву Б уже прописную рисуешь, Дим. Это не прописная у тебя буква Б случайно? Б. Держи листочек. Ручка. Банан, да? Б. Банан у нас какого цвета, Дима? Какого цвета у нас банан? А? Желтый.
Желтый цвет, смотри. Видишь, какой цвет желтый? Посмотри. Видишь, желтый. У тебя вот здесь, смотри, палитра цветов есть. Вот желтый, молодец, нашел. Умничка. Банан у нас с тобой желтого цвета. Да? Банан. Банан. Молодец, нарисовал букву Б. Давай покажем, давай покажем. Вот она, буква Б. Так, где у нас? Где? Вот она. Вот, буква Б под моим пальчиком, вы, наверное, видите. Димочка сам нарисовал букву Б. Молодец. Банан. Рисуй букву Б. Б, рисуй буковку. О, какая. Вот. Ну, что-то, да, что-то у тебя прям прописное тут получается. Б. Да, что-то похожее. Но все-таки она вот такая, Дим. Старайся, рисуй, рисуй буковку Б. Каляки-маляки. И даже обычные каляки-маляки все равно для ребенка хорошо. Чем тут у меня нога какая-то. Да? Для ребенка хорошо. Цвет желтый. Колпачок от фломастера тоже желтый. Тоже желтый. Рисуй. Занятия должны быть также короткие. Прям такие коротенькие, да, Дим? Давай, тут я тебе нарисую букву Б. Ты будешь на нее смотреть. Не пачкает? Вот она, Б немножко. Пока. Поменьше надо было. Не пачкает? Буква Б. Вот она. На. Рисуй правой ручкой такую же. Такую же нарисуй вот здесь. Вот нарисуй такую же. Б. Нет, как правильно, Дим? Как правильно? Палочку рисуем мы, палочку, еще палочку, да? А потом вот так вот, раз, Б. Ой, какая буква Б у Димочки. Палочка? Да, палочка. Б. У Димы буковка Б. Надо нам с тобой еще кубики, да? Я кубики. Рисуй. Да, ну кубиков у нас с тобой нету. А так вот в клубе, допустим, на определенную букву, там у них маленькие такие кубики, и с каждой стороны написано там, например, и они поют прям. Ба-бо-би-бу, потом Б. Да, Дима? Ну, у них кубики прям из такой плотной бумаги, и как будто скотчем обклеены, как будто специально они где-то распечатывали или сами делали. Вот, ну, именно не покупные какие-то они. Либо, может, покупные, но как бы просто продавались на бумаге, и человек сам разрезал, и, ну, что-то такое, то есть. Да? Всем спасибо. С вами был канал Артмания. Мы с вами позанимались. Вы увидели, как Димочка занимается. Также мы сделали... Подожди, сиди еще. Также... Ой, вот здесь. Мы сделали буковку «Б». Вместе с вами. Я надеюсь, что там было все видно, как мы ее сделали. Здесь у нас картиночка банана. Здесь у нас буковка Б. Очень красивая. Такую букву Б можно повесить куда-то. Здесь я еще покажу. Вот ее можно куда-нибудь на стену повесить, положить. Сейчас я положу ее в файл. И очень красиво она смотрится. Димочка, вы видели, что Димочка старался где-то сам, где-то... Ну, ребенку 2 года и 2 месяца. То есть, ну, пока что вот так. Вот так он старается. Если бы, конечно, он был постарше, он бы, конечно, уже старался все делать сам. Вот, сегодня мы изучали буковку Б с ним. Вот, ну, в принципе, наверное, вот и все. Всем спасибо за занятия. Я надеюсь, что вы занимались вместе с нами. И всем пока-пока.